Добрый вечер всем, кто смотрит нас на Первом городском телеканале. В эфире ток-шоу «Хлеба и зрелищ». Права каждого из нас на образование, на работу, на жилье – одна из самых болезненных тем. Однако те права, о которых мы будем говорить сегодня, являются насущными далеко не для всех. Люди нетрадиционной ориентации в прошлом, а в некоторых странах и сейчас, являются изгоями. Их преследовали, всячески порицали и даже пытались лечить. В последнее время все чаще звучат призывы к примирению. Но слышат ли их? Итак, сегодня мы говорим об ЛГБТ-сообществе и отношении украинцев к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Смотрим сюжет. Борьба сексуальных меньшинств за свои права или навязывание вредных и чуждых нашему менталитету ценностей. В украинском обществе не утихают споры о роли ЛГБТ-сообщества и отношении к нему. ЛГБТ – аббревиатура, обозначающая лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Термин международный, но возник он в английском языке и используется с 90-х годов. Долгое время однополые связи порицались обществом и преследовались законами практически всех стран мира. Угодить за такую связь в тюрьму можно было и в США, и в России, и в Китае. Первой страной, отменившей уголовное наказание за гомосексуализм, стала Франция времен знаменитой Французской революции. Уже в 19 веке целый ряд государств пересмотрели свое отношение к вопросу, но до настоящей толерантности было еще очень далеко. Бороться за свои права представители сексуальных меньшинств официально начали в 1969 году. Именно тогда в Нью-Йорке полиция попыталась арестовать посетителей гей-бара Stonewall Inn, но те неожиданно оказали сопротивление. В результате стычки с полицией затянулись на несколько дней. Это событие назвали Stonewall'ским восстанием, после которого ЛГБТ-организации начали появляться по всему миру. Цель таких сообществ была простой – заявить о себе, добиться отмены уголовного преследования людей нетрадиционной ориентации, доказать обществу, что сексуальные предпочтения взрослых людей – их личное дело, и эта сфера не может регламентироваться государством. Постепенно их борьба за равные права с натуралами стала приносить плоды. Одно за другим почти все правовые государства отменили дискриминационные законы. Но законы законами, а гомофобия по сей день осталась реальностью. И даже принятие в 2008 году Декларации ООН о сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, которая призывает полностью уравнять в правах представителей всех сексуальных ориентаций и которую подписали 66 стран-членов ООН, не гарантирует представителям ЛГБТ-сообщества безопасность и отсутствие притеснений в быту или на работе. Самой гомофобной страной Европы признана Болгария. Традиционно сильны подобные настроения в мусульманских странах и Израиле. Даже в демократических Соединенных Штатах Америки 90% геев и лесбиянок утверждают, что подвергались нападкам и оскорблениям. Стоит ли удивляться, что в России, отменившей гомофобные законы после развала СССР, в прошлом году вновь начали преследовать сексуальные меньшинства. Был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма, по сути запрещающий открытое упоминание и распространение информации о ЛГБТ-сообществе. В Украине, декларирующей европейские ценности, ситуация складывается не настолько катастрофично. Тем не менее, Киевский марш равенства этим летом был атакован группой радикально настроенной молодежи, и правоохранителям пришлось изрядно потрудиться, усмиряя этих агрессивных парней. Дорогие телезрители, наш интерактивный опрос сегодня будет максимально прост. Считаете ли вы, что права секс-меньшинств в Украине нарушаются? Если да, звоните по телефону 777-6745. Если нет, звоните 777-6747. Также вы можете написать комментарий в группе «Первый городской телеканал» в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. Некоторые из комментариев появятся прямо на экране телевизора. А сегодня в нашей студии собрались люди, которым не безразлична ситуация, сложившаяся вокруг ЛГБТ-сообщества, и которые разбираются в проблеме. Это представители общественных организаций, журналисты и просто неравнодушные жители нашего города. Хочу представить вам первого нашего гостя. Это организатор ЛГБТ-фестиваля и координатор тренингово-культурного развлекательного центра для ЛГБТ Анна Леонова. Анна Леонова, уроженка Одесской области. Окончила Одесский национальный университет по специальности историк. С 2010 года участвовала в правозащитных мероприятиях и акциях, фестивалях ЛГБТ-культуры. Председатель оргкомитета фестиваля «Одесса Прайд 2015». Сегодня Анна Леонова – координатор тренингово-культурно-развлекательного центра для ЛГБТ-КФ-сообщества. Вторым нашим гостем станет Евгений Резвушкин, лидер Одесского автомайдана.
Евгений Резвушкин родился в Черновцах. Окончил Керченский судостроительный университет по специальности экономист. Работал в коммерческих структурах. Частный предприниматель, директор компании «Никострой Плюс». Во время революции достоинства занялся общественно-политической деятельностью. Стал лидером Одесского автомайдана. Хочу напомнить правила нашего шоу. Для того, чтобы высказаться, у каждого из вас будет по 3 минуты, после которых прозвучит сигнал «Время вышло». Далее каждый из вас может задать по одному или по два вопроса, в зависимости от времени. Каждому, на каждый вопрос и на каждый ответ у вас будет ровно 1 минута. Первый вопрос будет задан Евгению Резвушкину. Нет, стоп. Первый вопрос будет задан все-таки Анне Леоновой. Анна, не секрет, что тема ЛГБТ стала так называемой такой разменной монетой между евроинтеграторами условными и пророссийскими активистами. И на ваш взгляд, стоит ли вот в такой политической ситуации создавать дополнительную напряженность в обществе? То есть не считаете ли вы, что это все-таки немножко разделяет общество? У вас есть 3 минуты на ответ и 3 минуты на ваше мнение. Большое спасибо за вопрос, и меня удивляет, насколько вы смогли попасть в точку, сформулировав его именно таким образом. Действительно, именно спекуляция политическими деятелями данного вопроса и делает его социально острым. Именно сейчас необходимо максимально сконцентрировать внимание правозащитников и представителей как ЛГБТ-сообщества, так и всех неравнодушных и разделяющих вопросы равенства граждан к рассмотрению данной ситуации. Очень часто для того, чтобы достичь какой-то политической актуальности или каким-то образом привлечь внимание к своей персоне, разные политические партии, разные группировки избирают для себя наиболее уязвимую цель. Группу, нападая на которую, можно очень легко и быстро заработать какие-то дивиденды политические. И ситуация в России очень ярко иллюстрирует и подтверждает данное положение вещей. Вы показали очень интересный видеоролик. Действительно, в США до сих пор геи и лесбиянки подвергаются какому-то насилию и нападкам. Однако вопрос тут не в том, существует ли или не существует ли гомофобия в обществе. Вопрос в том, каким образом правительство, каким образом государство реагирует на такие вещи. На данный момент законодательная база США, так же как и законодательная база большей части стран Евросоюза, очень четко дает понимание ответа на вопрос, что такое преступление на почве ненависти, каковы последствия подобных преступлений, направленных на представителей ЛГБТ-сообщества, направленных на какие-то вопросы дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. И единственный вопрос, к которому сейчас мы призываем и в чем нас очень часто обвиняют в том, что мы якобы обостряем этот момент, это вопрос, связанный с урегулированием положения гомосексуальных людей, с урегулированием правовых норм и инструментов, с помощью которых люди этой социальной категории смогли бы решать и реализовывать свои конституционные права. В общем-то, все. Да. Спасибо, Анна, спасибо за краткость, в том числе Евгений. Воспользуюсь временем, которое осталось у Анны, хотелось бы уточнить для наших телезрителей, что лидер Одесского автомайдана не зря здесь. Я хочу напомнить, что Евгений высказывался резко против проведения гей-парада в Одессе. Да, такое было. Соответственно, вам вопрос, стоит ли отказывать, вроде немногочисленной группе людей в праве там собираться где-либо, или, может быть, стоит все-таки заняться более опасными группировками. Вам 3 минуты. Время пошло. Ну, в принципе, более опасными группировками мы тоже занимаемся, и у нас, в принципе, было единственное высказывание по поводу марша, чтобы его не было. То есть это пропаганда гомосексуализма, грубо говоря. Ну, как расценивают это большинство людей. Вот. Причиной, с Анной мы беседовали на эту тему, неоднократно встречались, чтобы не накалять обстановку в городе. У нас была информация, что будут провокации по поводу этого марша. Вот. И дабы не допустить какой-то раскачки в городе, накаления ситуации, мы рекомендовали, просили, в принципе, проводили неоднократно переговоры, чтобы этого не случилось. А какая была информация, если не секрет? Что должно было произойти? Ну, то же самое, что и в Киеве.
только более, с более худшими последствиями. А с чьей стороны? Что это за люди? Они должны были нападать? Нет, ну что-то? Смотрите, у нас так совпало, что марш намечался в день, когда был футбольный матч. Вот, должны были приехать фанаты, и под видом фанатов могли и должны были приехать люди, которые должны были устроить провокацию. Хорошо, а в целом ваше отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации? В целом, вот мне глубоко наплевать, чем человек занимается у себя дома, в своей постели. Вот, но когда он это начинает пропагандировать, мне это не нравится. То есть, а хорошо, что назвать пропагандой? Ну вот кроме парадов, что еще может быть пропагандой? Ну кроме парадов, ну смотрите, мы в принципе воспитаны немножко в другом обществе, ну выросли мы немножко в другое время, но для меня дико, когда по улице идут два мужчины, вдруг начинают целоваться, когда они идут накрашенными, ну мне это неприятно видеть. Вот, как-то в таком вот плане. Ваше мнение понятно? Вопрос от вас, вашему оппоненту, у вас есть минута на вопрос. Ну, я, в принципе, понимаю, что у Евгения есть свой вкус относительно мужчины, как они должны быть выглядеть, он имеет на это право. Вопрос только в одном. Дело в том, что когда мы говорим о правовых нормах, когда мы говорим о социальных правах, мы не говорим о том, кто и чем занимается в постели, или кто и как занимается сексом. Мы конкретно говорим о инструменте, с помощью которых люди смогли бы реализовать социальные и имущественные правовые нормы. То есть это те нормы, которые у нас прописаны в Конституции, которые, по сути, я как гражданка Украины имею на них право. Но исходя из того, что мое положение юридически никак не регулируемо, нормы не прописаны, инструментов нет, каких-то дополнительных законодательных инициатив не приняты, соответственно, я какие-то законодательные права свои не могу реализовать. Вот и все. То есть никто не спрашивает о том, на что я имею право или на что я не имею. И отсюда, в общем-то, и возникает вопрос, каким образом Евгений видел бы решение вот конкретно правовых вопросов, правовых норм, с которыми мы сталкиваемся. У вас есть одна минута на ответ. Время пошло. Хорошо. Ну, смотрите, вы говорите про имущественные споры, в плане которых вы не защищены. Но если вы настолько не доверяете своему партнеру, ходите к нотариусу, заключите имущественный договор. Что и как будет в случае, если вы разойдетесь? Зачем поднимать бучу на всю страну? Из-за того, что два человека не могут поделить имущество. Какие у вас еще проблемы? Вот, в принципе, мы с вами общаемся не в первый раз. И не в первый раз основной проблемой, которую вы озвучиваете, есть именно имущественные споры. Какие еще проблемы вас преследуют? Так, отвечаю, и тоже не первый раз отвечаю. Проблема в том, что нотариус, чтобы мы не заверяли у нотариуса, любое решение, заверенное у нотариуса, может быть оспорено в суде. Точно так же по этой же причине, скажем, заключаются брачные договора и так далее, и все прочее. Потому что норма, которая прописана в законе, является наивысшей нормой законодательной в нашей стране. Кроме всего прочего, по поводу нотариуса и всех прочих таких вещей, вы же знаете, что у нас по нашему законодательству о наследстве наследователями наследование прописано по иерархии, по ступени родства. Что бы ты ни подписал у нотариуса, например, на случай моей смерти я заверяю, там, передаю все свое имущество Васе. Родители Пети всегда смогут, или там, брат троюродный Пети, или там, шестиюродная сестра всегда сможет подать в суд, и для суда она будет наследовать наследницей первой ступени, а не какой-то Вася, которому там что-то было отписано. Я так понимаю, что речь идет, в принципе, о браках как таковых, да? То есть, в принципе, о легализации. Права, да. По сути, когда мы говорим о правах, мы говорим о двух основных направлениях. Это индивидуальные права, такие как право на мирное собрание, право на высказывание своих политических взглядов или религиозных взглядов, или любых других этих. И идет речь о имущественных правах. А в чем состоит сама проблема? То есть, неужели, ну, как бы, почему мы переходим в нотариальную плоскость, да, в разговор о завещаниях, в разговор о браке? То есть речь идет именно о браке однополом, правильно? Ну, в большинстве своем речь идет, может, даже не столько о браке, сколько о любом другом, ну, то есть, скажем, для европейских стран. Вот мы говорим, в Европе этот вопрос решен. Да, он решен везде по-разному. Где-то это браки, где-то это закон о совместном проживании, где-то это закон о партнерстве и так далее. Для Европы на данный момент есть около шести, для, ну, для Европы, для США есть порядка шести разных форм законодательства решенного этого вопроса.
Спасибо. То есть это не обязательно брак, это может быть любая другая форма, которая... Евгений, ваш вопрос Анне. Одна минута. Да мне, честно говоря, к Ане особо вопросов нет. Мы уже не один раз общались и многое обсудили. Но, в принципе, вы в дальнейшем планируете проводить какие-то вот марши, которые вы собирались провести? В каком виде, в каком формате? Что, какую цель они будут преследовать, если будете? Я так понимаю, что об имущественных правах уже речи не идет. То есть, как-то уже все про имущественные права, ну, для меня, в принципе, все понятно. Если ты живешь с человеком, ты ему доверяешь. Если ты с ним не живешь, ты ему не доверяешь. Если человек негодяй, он негодяй в любом случае, независимо от того, однополый это брак или не однополый это брак. Если, скажем так, имущественный спор возникнет, он будет абсолютно так же тяжело проходить как в однополом браке, так и между теми людьми, которые представляют Анна. Я не вижу в этом проблем. То есть вы, в принципе, ничего не имеете против однополых браков? Да пускай, я говорю, люди пускай себе живут как хотят, с кем хотят. Ну, это их личное дело, мы их не переделаем. Спасибо. Вам был задан вопрос по поводу того, собираетесь ли вы проводить в дальнейшем... Вот на самом деле, вот я почему всякий раз говорю, что очень важно на такие вопросы говорить. Вот мы с Евгением общались уже несколько раз, и он уже не выступает против однополых браков. Замечательно, я считаю, это большое наше достижение. Смотрите, по поводу там негодяя, не негодяя, ведь не зря у нас в нашем фольклоре образ там свекрови или образ тещи, он всегда очень яркий, потому что это могут быть... Извините, перебью, у меня просто так... А кто в вашей паре свекровь, а кто теща? Ну, это когда как получится. Жиролевые игры. Да, да. Или они меняются? Однако роль и влияние третьих сторон в семейных отношениях, она всегда будет присутствовать. И каким образом там делить, это только так кажется, что вот проблемы, с которыми сталкиваются гетеросексуальные пары, гомосексуальные пары с ними не сталкиваются, это точно такие же проблемы. Отношения соседей, отношения родственников, ой, послезавтра приезжает мой троюродный дядя, надо его куда-то разместить и так далее, тому подобное. И все-таки вот да или нет, вы собираетесь в дальнейшем проводить? Конечно, конечно. Собираетесь? Я бы хотел перейти в другую студию, точнее, к нашему аналитику Зое. Зоя, меня слышно? Добрый вечер. Да, вас прекрасно слышно. И мы сегодня обсуждаем тему, которая на самом деле находит горячий отклик у многих одесситов, но почему-то у нас недостаточно активно общаются в интернете, поэтому все, кто смотрит телевизор, если вы хотите высказаться что-нибудь, какое-то свое мнение или задать какой-нибудь вопрос, пожалуйста, пишите в наши группы в соцсетях, ВКонтакте и на Фейсбуке. А еще я хочу по этому поводу поделиться мнением известного очень человека в Украине. Это травести Дива Монро, которая не понаслышке знает о проблемах ЛГБТ-сообщества. И мы с ней пообщались по телефону. Она высказала свое мнение по поводу того, насколько толерантно украинское общество относительно ЛГБТ-сообщества. За последние полтора года ситуация кардинально изменилась. И общество в целом стало более толерантно не только к ЛГБТ-сообществу, но вообще, в принципе, к людям, которых называют другими. Но что касаемо публичных мероприятий, это скорее вот кость, красная тряпка для тех радикальных партий и группировок, которые как грибы после дождя выросли после революции гибкости. И, в принципе, им нужно завоевывать какие-то очки. И, конечно же, сорвать мероприятие, открытое публичное мероприятие, которое анонсируется ЛГБТ-сообществом, намного проще, чем, например, совершать какие-то добрые дела, защищать свою родину, хотя, конечно, они там и там успевают. Геи, лесбиянки, трансгендеры – это яркие представители. Их проще, намного проще оскорбить. Лозунг «Бей пидоров» простой. Вообще, на самом деле, это дикость. Потому что на Майдане, и изначально Майдан собирался против пророссийского вектора. Все были очень возмущены позицией прошлой власти и поворотом на 180 градусов от Европы. Я очень много путешествую и вижу, как относятся к ЛГБТ-сообществам, к ЛГБТ-людям в Европе. Вполне адекватное отношение. Потому что, по сути, все люди равны, они все люди одинаковы, отличаются только по половым признакам, первичным, скажем так. А так, в
две руки, две ноги, голова и, в принципе, состав крови практически у всех одинаковый. А кого кому любить, это личное дело каждого. И во всем мире есть день борьбы против гомофобии. Никто же не говорит о праздниках, о каких-то там шествиях с платформами, с накачанными санкциями. У нас вообще совершенно искорёженное и понимание прайдов. Прайд — это в первую очередь от слова гордость. Гордость, что я живу, живу свободно, имею право на свою собственную точку зрения, имею право любить того, кого я хочу любить. Не шествие ряженых трансвеститов, мужчин в стрингах и целующихся там лесбиянок. Это прайд, это гордость, это в первую очередь обращение внимания всех людей, чтобы они задумались, как они относятся к однополой любви. Что в первую очередь тебя не должны воспринимать по твоей сексуальной ориентации, а по тому, какой ты есть человек, какой ты есть профессионал, какой ты есть сотрудник, какой ты есть патриот своей страны. Дорогие друзья, мы продолжим наше общение после рекламной паузы. Это ток-шоу «Хлеба и зрелищ» на Первом городском. В каждой программе мы с нашими гостями говорим о насущном и показываем самое интересное. Сегодня в прямом эфире обсуждаем тему толерантности к людям нетрадиционной ориентации. В ходе интерактивного вопроса вы сможете ответить, нарушаются ли, по-вашему, права секс-меньшинств в Украине. Чтобы ответить «да», звоните по телефону 777-6745. Если вы считаете, что нет, звоните по телефону 777-6747. Также вы можете высказать свое мнение в группе «Первый городской телеканал» в соцсетях ВКонтакте и в Фейсбуке. А у нас в гостях организатор ЛГБТ-фестиваля Анна Леонова и лидер Одесского автомайдана Евгений Резвушкин. Мы обсуждаем проблему толерантности. Я бы хотел дать слово, насколько я знаю, у нас есть в зале практикующий психолог, кандидат психологических наук Юрий Черножук. Я бы хотел дать ему первому слово и оценить эту проблему с точки зрения психологии. Ближе станьте, пожалуйста. Спасибо. 3 минуты. Добрый вечер. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что у нас замечательный батл получается. Единственное, вот что я заметил, что у противников нет злости по отношению друг к другу. И они прекрасно друг друга понимают. То есть, я думаю, то, что их сближает сильнее, чем то, что их разделяет, это уже здорово. Потому что у нас сегодня очень серьезная проблема в Украине, нам надо сшивать страну. И какие-то новые проблемы добавлять к тем, которые уже есть, я думаю, просто нецелесообразно. Ну а теперь о самом явлении, да, которое сегодня обсуждается. Во-первых, я не совсем согласен с нашим ведущим, когда он говорит о нетрадиционной ориентации. Во-первых, ориентаций несколько. Это гомосексуальная, гетеросексуальная и бисексуальная ориентация. Говорить о том, что они нетрадиционные, нельзя, потому что их традиции уходят в корнями в очень и очень отдаленное прошлое. Более того, как показывают исследования, эти явления наблюдаются не только у людей, но наблюдаются и у животных. Там, правда, это играет статусную роль, то есть, скажем, альфа-самец может осуществить гомосексуальный контакт с другими самцами, и таким образом он показывает, кто в замке король. Хозяин. Да. Но давайте возьмем исторические факты. До появления христианства фактически вот те явления, о которых мы сегодня говорим, они считались, в общем, абсолютно нормальными, их не осуждали. Мы можем взять и историю Египта, и историю Древней Греции, вспомнить такие фигуры, как Александр Македонский, да, вспомнить, допустим, исторический такой факт, Спарта. В Спарте как бы нормальная ориентация считалась гомосексуальной. Был такой очень интересный момент, когда спартанцы сошлись с персами, вот это знаменитые 300 спартанцев, вот эта самая история. Что делали 300 спартанцев перед тем, как дать бой персам? Они расчесывали волосы. Когда на них посмотрели персы, они сказали: нет, ну мы с этими очень быстро разберемся. Разбирались они долго и очень тяжело. То есть это показывает, что явление достаточно сложное. Мы можем увидеть это явление в Риме, ну и так далее, и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот с появлением христианства отношение в обществе меняется к вот так называемым нетрадиционным ориентациям. Но если мы возьмем современную церковь, то, скажем, протестантские, ну где-то 15 примерно церквей уже изменили свое отношение к этому явлению, и они не считают, что это нарушение нормы.
И даже я слышал, что и либеральный ислам тоже высказывает подобную точку зрения. Значит, произошла декриминализация гомосексуальных отношений, потому что это считалось преступлением. Здесь уже вот в начале время передачи. Да. Значит, я только хочу о чем сказать. Для того, чтобы не было споров, для того, чтобы не было конфликтов на эту тему, нужно проводить соответствующее сексуальное воспитание, сексуальное просвещение. Нужно объяснять, что это такое, и тогда, я думаю, что со временем, это может быть даже не в этом поколении, но в следующем, в принципе, у нас не будет конфликтов. Да. Вы говорите о том, что как бы, то, что Евгений назвал пропагандой, я прав? Вот я хочу выяснить, а что же считается, что вы считаете пропагандой? Вот очень интересный момент. Спасибо, да, спасибо за вопрос. Да. Итак, ваш ответ. Одна минута. Ответ. Ответ, в том числе, ответ на тему, что считается пропагандой, и вот мнение человека, психолога, который считает, что надо делать вот так. Ну, смотрите, у нас, в принципе, большинство населения, они как-то где-то верующие. Сходите к священнику, обвенчайтесь. Вы это кому сейчас говорите, мне? Я оппонентам. Я думаю, спор сразу будет решен. Ну, не обвенчает этот священник, обвенчает другой. То есть в чем как бы... Я согласен, можно я буквально еще два слова скажу? Очень коротко, если можно сюда. Очень коротко. Дело в том, что у нас государство светское, у нас отделена церковь от государства, это очень, очень важный момент. Есть религиозные государства, например, Иран. Там за это не просто наказание, а просто смертная казнь предусмотрена. Поэтому это вы, я с вами совершенно согласен. С точки зрения убеждений я абсолютно не могу к этому придраться. Но сегодня мы говорим о правах. Права осуществляет государство. Поэтому вот... Итак, с точки зрения государства, на ваш взгляд, что-то должно делаться на этом уровне или оставить все как есть? На самом деле, серьезно, это проблемы нету. Проблема только в однополых браках и в имущественных спорах. Это настолько серьезная проблема. Это только юридическая проблема, правильно? Ну, я вижу, что это только юридическая проблема. А она есть, эта юридическая проблема? Она существует? В чем она состоит? Ну, скажем так, я ее на себе не испытал, понять мне ее сложно. Вот, ну, хорошо. Я вот просто не могу услышать четкого ответа. Гомосексуализм, там, ну, скажем... Другие сексуальные ориентации. Это какая-то болезнь или это какие-то отклонения? Это что? То есть ваш ответ такой? Давайте мы сейчас чуть подискутируем. Я думаю, вы не против. Ваш ответ. Да, конечно. Тут необходимо добавить, что кроме декриминализации произошла и депатологизация гомосексуальности. И в МКБ 9 или 10, я сейчас не вспомню номер, всемирного перечня заболеваний, гомосексуальность была изъята. Соответственно, говорить об этом как о болезни, ну, это шарлатанство. Когда мы говорим о правах, мы говорим о имущественных правах, мы говорим о личных правах, и мы говорим, кроме всего прочего, еще и о безопасности. Mm-hmm. Мы говорим о том, что необходим закон о преступлениях на почве ненависти. Я не могу понять, на каком основании у нас все наши законодательные депутатские корпусы отказываются рассматривать вопрос о том, чтобы приобщить преступления на почве ненависти, также и преступления по отношению к гомосексуальным людям. Потому что когда последний случай в Одессе произошел 3 недели назад, на парня напали 5 ребят, избили, вот, но при этом милиция это рассматривает сугубо как... преступления по личным мотивам и ни о каком преступлении на случай ненависти. Спасибо, Анна. Мы переходим к следующей части нашей программы – общение с публикой. Я прошу вопросы из зала. Проходите, представляйтесь, задавайте вопрос. У вас ровно 1 минута. Ну, меня зовут Георгий, и я хочу выступить просто как одессит. Вот, причем вопрос родился буквально сейчас, когда я услышал. Вы настаиваете на каких-то особых правах для гомосексуалистов, потому что… Ну вот вы говорите, избили парня, 5 человек, он гомосексуалист. Подождите, а если избили обычного парня? То есть это должен быть какой-то особый подход. Почему вы, как меньшинство, да, требуете к себе особого отношения? Также могут требовать люди, которые, ну, холостые, еще кто-то. Даже не будем трогать религиозные моменты и социальные, как социальное явление это. Но все, вот я с Евгением согласен, почему вот, да, вот он, ну вот, вы просто, видимо, с ним раньше беседовали, его, да, наверное, аргументы какие-то задавили. Но я бы хотел поднять этот вопрос, потому что... ну, вот то, что Евгений называет пропагандой, да, вы требуете к себе особого отношения. Вот то, что я вижу, в частности, mm-hmm. потому что, например, я как человек, если я пройду, да, мимо вашего прайда и скажу, я против, то, извините, меня там просто разорвут. То, что я там видел.
Ну, вот, в общем-то, вот такое. Почему вы требуете особого отношения? Спасибо. Можно уточняющее, что именно вы имеете в виду под особыми? То есть вопрос вступления. Ну, вот вы говорите, вы хотите, чтобы внесли законодательно, законодательно отношения на почве ненависти. Вот человека избили, он такой же человек, как и все. Хорошо. Причем здесь вопрос, смотрите, у нас законодательно урегулирован вопрос тем, что если происходит преступление против человека верующего на том основании, что он верующий, это является утяжеляющим фактором. У нас есть законодательная норма. Если... Ну, в Уголовном кодексе. В Уголовном кодексе. Вы хотите в нашем... Где именно? В какой части? В особой или в общей? В утяжеляющих факторов преступления. Отягчающих, наверное. Отягчающих. Вы как юрист можете рассудить? Я не юрист. Я могу сейчас загуглить, если вам нужен номер статьи. Естественно. Вот. Как вы как юрист не знаете о такой норме статьи, которая является отягчающим преступлением. Так. Подождите. По этническим, этнографическим, по национальным. Значит, по национальным. Опять же таки, и гомосексуализм не требует особого выделения здесь, потому что это как отношение к социальной группе. В любом случае, зачем их обязательно выделять? Вы согласны с тем, что это социальная группа? Это социальная группа, да, я согласен с этим. Ну, по крайней мере, с этим определились. Вы согласны с тем, что холостой человек не является социальной группой? Сложно спорить. Они просто не заявляют так о своих правах, как гомосексуалисты. Наверное, вот потому что их не нарушают. Можно я добавлю? Спасибо, если можно, да. Аня, а у нас еще есть такие группы, как маньяки, педофилы. А представьте, они тоже начнут заявлять о своих правах. Да, давайте. На самом деле, я думаю, что если маньяки и педофилы начнут заявлять о своих правах, их будет проще выявить. И они же тоже женятся, когда замуж. И, соответственно, наказать. Нет, они начнут заявлять о тех правах, чтобы они безнаказанно насиловали несовершеннолетних детей. Их преступления, их действия находятся в поле Уголовного кодекса и наказываются законом. Ну вот они сначала начнут требовать, чтобы закон отменили, как требовали вы, а потом начнут требовать, чтобы им на законных основаниях приводили несовершеннолетних детей, которых они будут насиловать. Вы серьезно сравниваете гомосексуальность с педофилами и маньяками? Почему нет? Ну, мне просто интересно понять вашу позицию. Но в чем разница? Мне просто интересно понять вашу позицию. В чем разница? Вас мало, их мало. Только по принципу мало? Нет, то есть, если мало, то я можно... вам привожу пример, что они могут тоже заявить о своих на правах. На данный момент... Давайте будем всех права рассматривать. Я повторяю, на данный момент действия педофилов и маньяков находятся в рамках Уголовного кодекса и нарушают, и караются законом. Так до какого-то времени ваши действия тоже находились? Да, находились. В рамках Уголовного кодекса. Дорогие друзья, публика жаждет общения. Прошу. Здравствуйте, меня зовут Саша. И я хотела спросить, вот вы высказались против пропаганды. Я, например, человек, который такой родился, терпеть не могу томатный сок. Имею ли я право заявлять о том, что должны запретить рекламу томатного сока и оскорбительно обращаться к людям, которые пьют томатный сок на улице? Спасибо, спасибо. Это тоже. И наверняка те, кто пьет томатный сок, еще имеют какие-то имущественные права. Ну, что касаемо томатного сока, это один вопрос. Вот буквально перед рекламой был ролик. Вот на экране было оно. Вот я против этого. Я не хочу, я хочу различать людей. Мужчина – это женщина, а когда оно полу-то, полу-это, ну, извините, непонятно. Закройте глаза. Еще вопросы из зала. Проходите. Представьтесь. Меня зовут Наталья. В самом начале программы вы рассказывали о том, что, мол, вы не против, чтобы люди занимались своей постели чем угодно. Но даже осматривая те же социальные аспекты, гетеросексуальная пара, она может спокойно прогуляться по улице, держась за ручки и целуясь, может спокойно рассказать об этом своей семье, своим однокурсникам. Они могут сыграть свадьбу, они имеют, соответственно, ну, документы, это... другая парафия. Так дело в том, что ЛГБТ и однополые отношения – это не просто секс. Даже, например, в случае однополого брака, к примеру, асексуалов, которые, ну, секс не практикуют. Это такие же отношения, как и гетеросексуальные. Это любовь, это чувство, это потребность в защите, в свободе самовыражения. Это больше, чем просто заниматься чем-то в своей постели. Мы сюда пришли не Камасутру обсуждать, а реальные социальные проблемы. Хорошо. Спасибо. Есть люди, которым нравится ходить голыми. Пусть ходят. Разве вы против видеть двух девушек, которые идут за руку, может быть, целуются? Если бы стоял вопрос только о девушках, то, может быть, и нет. Но когда по улице будут ходить голые мужики... То есть это еще одна социальная группа. Вот.
Поэтому проще устранить. Еще вопросы из зала. Я теперь, по крайней мере, поняла, почему Евгений так боится не отличить мальчиков от девочек на улице. Вопросы, пожалуйста. Интересный вопрос. Проходите. Проходите. Тагата, у меня вопрос к Евгению. Евгений, скажите, а вы считаете, что... то, что ваше личное желание, что вы хотите различать кого-то, чтобы кто-то выглядел соответствующим образом, должны как-то регулироваться правовым полем. Я не понимаю просто, в чем претензия ваша. Но я не знаю. Я не хочу смотреть на оно. Это ваше желание, вы хотите, чтобы кто-то выглядел так, как вам нужно. Ну, я пытаюсь понять. Я вам объясню. Спасибо. К сожалению, для вас, наверное, большинство людей не хотят видеть оно. Я задала именно вам. То есть все-таки упор идет на большинство, да? То есть? Ну, я просто общаюсь с людьми, и я слышу от большинства людей такое же мнение, как и мое. Вот, поэтому я все-таки буду поддерживать большинство людей, которые не хотят это видеть. Окей. На правах ведущего я задам вопрос. А, еще есть вопросы, да? Давайте. Окей. Проходите здесь, пожалуйста. Спасибо, меня зовут Денис. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что если человек выбирает для себя какую-то позицию идти против общества, потому что, ну, не будем отрицать то, что общество у нас в целом гетеросексуальное, то он должен понимать, что он будет сталкиваться с определенными проблемами, с которыми столкнулись вы. И, честно говоря, мне непонятно... ну, как бы тот масштаб, который пытаются раздуть из этой проблемы, потому что на сегодняшний день в нашей стране происходят довольно сложные события. Это социальные события, у нас полная разруха в стране. Недавно наша страна была разделена фактически на два лагеря. Часть территории нашей страны оккупирована врагом, и, ну, мы уже стоим на краю. И вот в тот момент, когда мы стоим на краю, я сейчас в студии вижу не меньше десятка довольно активных молодых людей, которые, ну, как бы ведут явно активную какую-то социальную линию, гнут. Почему бы не начать, ну, менять общество, да? Начиная с того, что помочь гражданам своей страны, вообще своей стране, тем самым, как бы, проявив себя, заявив о себе, не проводя какие-то шествия, парады и так далее, а реальную работу, и показать, что вы такая же, ну, то есть я не хочу вас там оскорбить. То есть гражданский активист, правильно? Гражданский активист, проведя нормальную, как бы... Направить, да, гражданский активизм, да, в нужное русло. Да, свою энергию направить в нормальное русло, которое сейчас нужно всем. Спасибо, спасибо за вопрос. Я отвечу на ваш вопрос. Вот у меня есть одна лесбийская пара, они в отношениях уже 7 лет. И вот одна из них сейчас ушла в зону АТО добровольцем. И вот ее партнерша не может обратиться в госслужбы за помощью, хотя за такой помощью обратились жены всех ее боевых товарищей. Я понимаю, но ей отказываются в помощи не потому, что в данном случае у местных органов власти, самоуправления нет денег или еще что-то. Ей отказывают по одной простой причине. Потому что лесбиянкам в нашей стране помощь не положена. У нас помощь не положена тем, кто там воевал. Точно так же. Мы сегодня из Киева привезли нашего побратима, у которого 12 осколков в ноге. И он не может получить инвалидность. Так вот, давайте вместе бороться с несправедливостью в этой стране. И мы являемся частью этой самой несправедливости. И те проблемы, которые мы переживаем, те же проблемы переживали и вы, Евгений. Потому мы что когда на вас нападают или все прочее, это точно такое же нарушение. Когда в стране не работают законы, когда страна опирается не на права, а на традиции, обычаи, кто сильнее. У этой страны очень проблемное будущее. Друзья, настало, уже, к сожалению, нет времени, настало время подвести итоги нашего интерактива. 69% людей, проголосовавших в вопросе, нарушаются ли права ЛГБТ-сообщества в Украине, считают, что не нарушаются. 69% считают, что нет. 31%, соответственно, считают, что таки да, нарушаются. Мы сегодня обсуждали проблему толерантности украинского общества, в частности, отношение украинцев к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Казалось, что наши соотечественники готовы поддерживать далеко не все европейские ценности. Хотя само стремление евроинтегрироваться, оно остается.
А у нас на сегодня все. Ждем вас через неделю, в четверг, 20:00, на Первом городском телеканале, в прямом эфире ток-шоу «Хлеба и зрелищ», где мы говорим о насущном и показываем самое интересное. С вами в студии был Артем Перфилов. Всего хорошего. До свидания.